каждый день, а иногда и ночью, я сообщаю людям о смерти. Надоело. Зато мы едим и не толстеем. Разрешите нам с Пашей вернуться в жизнь. А зачем вы хотите снова стать людьми? Чтобы взять ипотеку. У меня для них будет новая задача. Вы переводитесь в отдел по приходу людей на свет. Вы помогаете людям прийти в жизнь. Кому-то родиться, кому-то не умереть. Посадить на нужный поезд, так сказать. А, они приезжают на поезде? Да, конечно, Павел. У нас новое дело. Человеку в коме нужен эмоциональный шок. У тебя дом горит! И кажется, у кого-то в карьере будет первый провал. Я смогу стать главным. Первым делом я закрою твой отдел. Мы доведем дело до конца. Удачи, наркоманы. Хуже, мы вестники. У вас будет ребенок, если вы поедете отдыхать не вместе. Вы что, из МФЦ, что ли? Там какой-то новый отдел? Жора тебе изменяет. Что? Один и тебе изменяет с физруком. Кажется, я никогда не пойму людей. Да. Турецкий сериал какой-то. Смысл меня возвращать? Ты скоро будешь папой? Ну, наконец. Где моя судьба? Мы хотим быть людьми. Исключено. Вмешиваться в дела Всевышнего нельзя. Почему? Эй, где Бог? Это все ради любви. А вам какой этаж? А вы уже нажали. А на нашей работе можно заниматься любовью? Мы и занимаемся любовью других людей.